Всем доброе прекрасное утро. Очень красивое утро. Так, и вот самая красивая девушка на свете. Передает всем привет. Всем привет, привет, привет. Да, сегодня... Завтра великий праздник, Рождество Богородицы Пресвятой. Вот, так что мы в храмы все поедем. А купаться кто-то будет? А купаться будут те, кто не ходят в храмы. Вы завтра не будете? Поеду, завтра, да, пропуск. Я поеду. Понятно, это я тоже. Я поеду в этот новый храм, который освещать будут на площади. На площади. Завтра будут освещать? Но обещали, что приедет Кирилл, патриарх московский. Ну вот почему-то вот вроде бы как и не приедет. И что? Ну, к нам зато приедет Ким Чен Ын. Кто? Северокорейский, да? Лидер. Да? А вы что, не знаете? Ким Чен Ир, ну понятно. Да, Ын. Ин. Да, это самое. Ким Чен Ир — это папа. Папа. Да, был. Ага. Да, это уже сын это приедет. Хорошо. Это, наверное, 39 лет ему. На саммит, на саммит? Да нет, не на саммит. Хотят по космосу поговорить и вообще о жизни. О жизни, о космосе. Да, хорошо. О космосе. Это хорошо, да. Да. Вот. Самое главное, благоустроить наш пляж, чтобы был красивый. А, да, за этого приедут. Как на татарке, как там, вот на том пляже в бухте. Да. Высказывайте ваши предположения, да, и предложения. Хочется, чтобы здесь вообще красота была, и шезлонги, и туалеты, и все, чтобы было. Чтобы приезжие, в основном здесь в это время бархатный сезон, приезжие приезжают, очень много приезжих. Вот, я вот знакомлюсь, я тут каждый день, я местная, я каждый день хожу. Вот, чтобы они, вот они говорят, благоустроить бы вот это место красивое. Потому что вода здесь очень хорошая. Да, вот такая круто. Прозрачная, хорошая год, водичка. По ноябрь месяц. И вот такие так загорелые. С 1 мая, в том году по 3 ноября. Кто-то на парад, а вы в море. А мы в море, да. Да. Мы в море. Даже на 9 мы в море мая ходили. 1 мая тоже сюда ходили. В общем, с 1 мая каждый день. Кроме тайфунов. В тайфуны мы не ходим. Тайфуны не ходят, в тайфуны, да, потому что ванную. Большая сильная волна, вот, поэтому, а сейчас-то вы посмотрите, девственное море, чистейшее, вообще красота такая, прям нравится. Неописуемая. Вот солнышко на пароходы светит красиво, как, пароходики. Посмотрите, прям очень красиво. Хоть очень картину красиво. Пиши. Да, действительно, красота. Прям на пароходы светит, вот там темно, а вот здесь, смотрите, прям светло. Прям дорожка такая осветляет прям. Благословенное море, бухта наша, и город видно, и все видно, красота в общем. Уезжать не хочется отсюда? Нет, нет. Здесь нет, уже нет. Останетесь, ни да? В каком, ни в какие эти самые. И в Москву можно... не хотите? Не, я Москву не хочу. Так вот москвичка люблю. Приезжала. Я там поуезжала, вот Валентина Ивановна туда уехала. Привет, которая, ей. Вы знаете, да, привет ей. Если будет смотреть. Пусть смотрит канал, не забывает. Да. Валентина Ивановна, да, тоже в храм пойдет. Там у себя. Ну, уже в Москве у себя, да, пойдет. Ну, она на следующий год приедет, сказала. Я каждый год буду ездить. Вот, так что приедет, мы еще свидимся. Угу. Так, сейчас купаться не идете, нет? Заплыва нет, не будет? Еще пойду. Мужчина? Пока ну, чуть попозже, да? Я... Угу. Я раза 3-4 зайду. Ух ты. Вода теплая, вода очень вот хорошая. У нас здесь с рыбалки. Появились, мужчина рыбу уже с рыбалки едет. Да. Раннее утро, ну, еще 9 они нет. Рано, они рано, наверное, приходят. Угу. Или наловил, или наоборот, или наоборот сбегает. Ничего не словил. Мы не знаем. Угу. Ну, мы сейчас люди подойдут и с собаками. Надо было спросить. Да. Я пришла, их там много было. Человека рыбаков? 4-5, да, рыбаков. А, уже никого много. Нет. Наверное, ночью, что ли, они или рано я утром не знаю, приходят? Они приходят. Еще 9 нет, 5. Уже никого нет. Наверное, часов 5 приходят и все. Вот не угу. Знаю, есть рыба или нет. Потому угу. Что когда залило, море желтое было, пресное прям вообще, вернее, бухта наша. Вот. Но она за 3 дня очистилась, все нормально, и сказали, что навага и корюшка туда ушла, подальше, потому что здесь слишком пресная вода. Прячется была. До зимы. А сейчас, да, а сейчас вода соленая, очень соленая, хорошая вода, омылась, очистилась, быстро, природа знает, что делать. Вот. Все очистилось, все чистенько, вода тепленькая,
август месяц, в общем, у нас. Но на самом деле сентябрь, середина сентября. Да, и уже 16-е. Угу. Так, водичку сейчас покажу всем. Собаками уже приходят. Собаки вчера прямо с разбега туда, да, ага, и купаются. Много, да. И людей, и собак много приходит. Вот и солнышко вышло. Да, теперь солнышко. Снимайте ваше обмундирование. Нет, я еще купаться буду. А в этом, да? А потом... Да вам уже куда загорать? Уже шоколадка. Ах, жизнь на пенсии только начинается, правильно? Да, да, да. Надо отдыхать. На пенсии надо отдыхать. А не пахать. Да, а не пахать. Это заслуженный наш отдых. Да, заслуженный отдых. Я работал 30-40 лет, знаю. Да, вот у нас такая вот спортивная пенсионерка. Каждый день здесь. Да. По поликлиникам. Это точно. Ой, солнышко вышло. Ой, красотища. Спасибо. Солнышко, спасибо, что ты вышла. Поезда у нас тут ходят. Угу. Ой, аромат такой, жалко, не передается. Такой свежести. Вот море. Классно. Было бы здесь так круглый год, и не было бы цены Дальнему Востоку, Владивостоку. А так здесь климат суровый. Зима холодричая. Скользко и холодно. Вот. 20 до 30 градусов бывает. А в районах, здесь чуть подальше, вообще градусов 30-35, а то и все 40. Такой климат. Так, еще начинается одно прекрасное утро в нашем городе. Вот, пообщались с местной русалочкой Светланой. Человек всегда на позитиве, дарит нам хорошее настроение и призывает к здоровому образу жизни. Пожалуйста, плавайте и загорайте. Она, кстати, вот такая вот коричневая получилась, потому что загорает вот с раннего утра и где-то в 10. Сначала 11 она уже уходит отсюда. Вот и получается такой загар. Без всяких кремов. Естественный, натуральный. Так, вы опять купаться? Давайте, давайте. Пошла. Светланочка в море. Ага, вот так. Парное молоко. Солнце вышло, захотела покупаться снова. Ну, раз пять окунается, и все, потом. И на фоне Светланы яхта. Хорошего всем дня, хорошего настроения. И солнечного, мирного неба над головой.